Сила, и кажется, этот радужный монстр опять хочет со мной поиграть. Что ему в очередной раз нужно? Я вообще-то квесты выполняю. Ну ладно, так уж и быть. Давай его быстренько примем от него, конечно же, запрос. И посмотрим, что он в очередной раз от меня хочет. Эй, Кукек, здорово! Я пришел тебе помочь выполнить квесты. Чувак, ну я как бы планировал сам это сделать. Ну ладно, раз уж ты так сильно этого хочешь, то можешь мне, конечно же, помочь. Тем более, что квестов у меня есть прям очень-очень много. И я думаю, я их прямо сейчас выполню. А до конца сезона остается очень мало времени, всего лишь 21 час. И нам с тобой нужно 100% успеть. Только давай мы, пожалуйста, в Brawl Ball поиграем. У меня квестики есть именно там. Эй, чувак, без проблем. Только надеюсь, что он понимает, что нам нужно эти катки еще обязательно затащить. Нифига себе. Чувак, а ты что на месте так покажешь? Ха! Да я так просто. Чувак, у тебя с головой вообще все в порядке? Ты вообще-то сам зашел мне помочь. И по итогу... просто даже не играет. Гениально вообще. Ладно, хотя бы сейчас он смог поймать мяч. И нам сейчас это реально очень сильно помогло. И я надеюсь, что сейчас мы гол еще обязательно забьем. А я пока что еще выполняю квест на отхил. Не помню, есть у меня такое или нет. И хорошо, что пока что жизни у меня все восстанавливаются. А Джоки просто берет и забивает гол. Молодец. Хотя бы один нормальный тиммейт в моей команде. А сейчас мы всех этих чуваков быстренько выносим. Я убил одного всего лишь. И этот радужный друг тоже убил одного чувака. Ну ладно, в принципе, не против. Тем более, что мне кажется, каток будет еще очень-очень много, и мы, конечно же, все наши квесты сможем выполнить. Тем более, когда возьмем и быстренько ультанем по всем этим чувакам. Радужный друг бежит забивать второй голешник, и катка, конечно же, окончена. Матч окончен, и мы его победили. Я стал звездным игроком, и в этой катке я могу получить целых 18 квестов, что? А почему так много? А еще мне сейчас под шумок выполнится квест сыграть в команде. Это же вообще... апупенно. Эй, а давай мы с тобой договоримся, что в следующую катку я заходить не буду. Эй, чувак, в смысле, почему? Я нажму готово только после того, как зрители поставят целую кучу лайков. А, я тебя понял. Все, видимо, лайки вы уже поставили максимально быстро, и он сразу же нажал готово. А если ты лайк все еще не поставил, нажми на него прямо сейчас. А мы сразу же залетаем в следующую катку, и надеюсь, что ее мы тоже сейчас, конечно же, затащим. Так, против меня играют Булл, Дэрил и Нита. Я думаю, то, что мы с ними, конечно же, вообще легко справимся. Только пока что Даня вообще убивает абсолютно всех врагов, и мне что-то это вообще нифига не нравится. Но я пока что подбегаю к их базе, и у меня есть ульта, только я ее использовал немножко зря. Капец, просто взял ее и слил. Хорошо, что хотя бы в этот раз радужный друг играет вместе со мной. И там вроде бы у меня еще есть квесты на пасы, поэтому я быстренько своему радужному другу передаю пас. Дэрил, отстань от меня, чуть не кокнул, блин. Чувак, давай, беги, забивай гол. Ой, кажется, его немножечко кокнули. Ну ладно, не повезло, не фартануло. Ой-ой-ой-ой, вы что, фонарели что ли? Здесь еще и медведь каким-то образом оказался, его я вообще не ожидал увидеть. А наша Нани убила и медведя, и Ниту. И меня тоже Дэрил кокнул. Блин, это на самом деле оказалось немножечко обидно. И гол! Чувак, каким образом ты это сделал? Я сейчас вообще не понял. Ты видел, как это только что было красиво? И смотри, как красиво я сейчас убью абсолютно всех противников. Ой-ой-ой, Нита, капец, на последней секунде забежала прям за угол. Ладно, я тебя все равно сейчас добью, не переживай. У нее 100 хп осталось. Да каким образом она осталась жива-то? Чувак, возьми, пожалуйста, мяч, потому что мне нужно еще выполнить квесты на пасы. Что-то как-то эта катка у нас проходит очень тяжело. Мы уже почти что всю игру закончили, а второй гол никак забить не можем. Ладно, хотя бы нам сейчас это не до гол не забило, я успел ее вовремя вынести. А то если бы она сейчас еще и счет сравняла, то катка бы длилась просто в несколько раз дольше. Ну а сейчас, чувак, блин, он, наверное, в принципе, даже мог гол забить, но чуть-чуть не успел. Ладно, пофиг, мы все равно заточили, и я все равно стал звездным игроком. И у меня выполнился первый квестик. Плюс 200 жетончиков сразу же получено. Так, победить врага, выиграть бой, сыграть в команде. А, стоп, а у меня что, пасов нету, что ли? Или кажется, я что-то пропустил. Окей, 220 жетонов мы получили, и у меня уже 24 уровень Brawl Pass'а. Давай, погнали в катку быстрее. Ладно, чувак, сейчас ты, видимо, как-то очень быстро нажал готово. Ну и благодаря этому мы должны очень быстро забить второй голешник. Как ты видишь, счет уже 1-0, и он резко превращается в счет 2-0, и я... думал то, что опять буду звездным игроком, но нет, что-то пошло не по плану. Окей, я все равно выполнил еще плюс один квестик. И думаю то, что в следующей катке квестов будет намного больше. Тем более, что мне остается всего лишь один пас. Все-таки квест на пасы у меня есть. Я что-то вначале немножечко пропустил. Я могу еще немного прокачать наших бравлеров. У меня уже накопилось 25 очков силы. Сразу же нажимаю готово. И давай, погнали в катку. Чувак, ты будешь готово нажимать, нет? Не, подожди. Перед этим нужно сначала слово угадать. Нет, чувак, ты фонарил, какое еще слово? Ладно, угадайте его, пожалуйста, прямо сейчас. И мы уже пошли в катку. Но в катке нам только что чуть гол не забили. Капец, я сейчас очень сильно испугался. Но самое главное, что сейчас как минимум один квестик у нас 100% будет. Потому что я только что отдал пас. Ну а как ты помнишь, у меня оставалась последняя передача. Я сразу же ее сделал. Сейчас быстренько еще и гол забью. Успел. Я промазал. Вы серьезно? Ой, как это было глупо. А,
чувак, ору ты такой нубасик. Так он орел, сам, блин, еле выжил, 700 хп осталось, он просто взял за стенку, спрятался. Еще на меня что-то гонит. Ой-ой-ой, а сейчас, мне кажется, туда лучше не соваться. А вот гол быстренько нужно забить. Да капец, они взяли мяч, поймали. И радужный друг забивает гол. Красава, он опять это сделал. А, стоп, мы что, только первый гол забили? А я уже думал, катку выиграли. Ну ладно, вы не переживайте, второй гол мы сейчас 100% забьем. Только меня опять вынесли, да капец, не вовремя. Еще и радужного друга убили. Ой-ой-ой, и вся команда осталась жива. Я надеюсь, хотя бы нам-то сейчас гол никто забивать не будет. Капец, у нас у Була осталось 30 хп, его сразу же убили. Да уж, Бул, конечно, оказался какой-то не очень грамотный. Чувак, тихо-тихо-тихо, пожалуйста, не рыпайся. Да иди ты нафиг отсюда, Пока, ты что от меня хочешь? Я не понимаю. Вот какой настырный хотел меня убить, а? У него, конечно же, нифига не получилось. Так, тихо, Шелька, минус. И погнали, сейчас быстренько вынесем этого кольта. И нужно будет потом срочно быстро забить гол. Давай, радужный друг, у тебя все получится. Мячик чуть-чуть не докатился, он прям на линии остановился. С какого фига? Ой-ой-ой, проблема Ламбельфера. Ух, на последней секунде успел убить. Но меня все-таки тоже немножечко кокнули. Да уж, это оказалось немного обидно. Чувак, ты... Капец, Болт, совсем дурак, что ли? Зачем он начал ультовать? Нам только что чуть гол не забили. В этот раз звездным игроком стал радужный друг. Ну а я выполнил целых 3 квеста. Чувак, а ты почему не в сети? Я не понял. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, тебе показалось. Я сейчас только что своими глазами это видел. Я не понял, ты что, из катки выходишь? Ну-ка, посмотри ты сейчас внимательно на его игру. Это что, реально сейчас за него бот играет? То есть, если он просто из катки вышел, и за него играет бот, и даже в прошлой катке он стал звездным игроком, то боты какие-то стали немножечко читерные, походу. Даже играть лучше обычных игроков. Быстренько убиваем этого последнего Эдгара, и сразу же бежим забивать гол, пока никто не заспавнился. Да. А я успел это сделать. Купидон забивает гол. Это если что, у меня просто ник такой в Brawl Stars'е. Ну а сейчас мы просто возьмем и вынесем всю команду. Ой, наверное, зря я немножечко попался под ульту этого кольта. У меня осталось всего лишь 70 хп. Капец, каким образом я вообще остался жив. А вот Шельку я сейчас точно вынесу. Ей точно не поздоровилась. Только нам бы еще как-нибудь второй гол забить, а то что-то нифига этого не получается сделать. Уже остается 25 секунд. Сквик, ты куда пошел-то? Ты дурак, что ли? Он просто взял и сел у них на базе. Гениально. Так, Эдгара нужно сразу же выносить. Правда, я нам не немножко ворота раскрыл, это возможно плохо, но мы сейчас быстренько это исправим, потому что я уже подхожу к их воротам и нужно просто гол забить. Шелька, да иди ты нафиг, от меня уже достало, только у меня еще и тышки нету. Капец, что вообще происходит? Я даже понять нифига не успел, но бой окончен, мы сразу же выиграли, Купик становится звездным игроком, конечно же так и нужно. Я получаю еще плюс 7 квестов, еще и по 500 жетонов. Ой-ой-ой, сейчас кажется жетончиков у меня будет прям очень много. И я думаю, должны положить примерно 1003 жетонов, и оказалось 2750, почти что был прав. И у меня уже прокачался 32 уровень Бравл Пасса. Ну все, я тебе помог, давай дальше как-нибудь сам. В смысле, чувак, а ты куда ушел-то? Я что-то нифига сейчас прикола не понял. Ладно, будем дальше играть, видимо, в соло. Но надеюсь, то, что он сейчас еще и вернется. Ой-ой-ой, меня сейчас еще и вырубили. Капец, Нита, давай убивай быстрее. Да ты... Серьезно? Нам вроде бы забили за сегодня вообще первый гол. Это, получается, походу, Сквик-то все-таки у нас имбовый какой-то был. Я, если что, говорю про радужного друга. Как только он ушел, нам сразу гол забили. Только не говорите мне, пожалуйста, что мы сейчас еще и катку сольем. Ладно, зато надеюсь получится затащить в следующей катке, тем более, что я уже забил первый гол, и остается еще один гол, и все, катка уже будет выигранная. И чуваки против нас играют самые настоящие боты, потому что они сразу же забегают на центр, ну а мы сразу же забиваем второй гол. И кто становится звездным игроком? Не я. Блин, ну ладно. Смотри, в Brawl Pass'е у меня уже есть 32 уровень. И мне очень сильно интересно, какой же уровень будет в конце этого видосика. А еще, посмотри на этот мега ящик. Я его, возможно, тоже сегодня открою. Только если ты поставишь лайк на это видео. Ну и если я, конечно же, выиграю эту катку. Тем более, что у нас уже шансы немножечко увеличились. Потому что я забил первый гол и остается еще совсем чуть-чуть. И меня, правда, сразу вынесли. На такое что-то я немножко не рассчитывал. Со мной играет ютубер Робзи, а против меня играет ютубер Арткул. Это что вообще за совпадение? Я не понимаю. Да уж, получается какая-то ютуберская катка. Ну ладно, давай мы сейчас ее, конечно же, попробуем затащить. Потому что я думаю, что Робзи мне 100% должен в этом помочь. Так, а против меня играет какой-то огонек и там еще легендарка. Надеюсь, чуваки, вы хотя бы гол там не пропустите. А я пока что пойду и быстренько вырублю Арткула. Или он меня вырубит. Ладно, мне нужно немножечко отхилиться. И нужно бы желательно еще забить
прикол. Я, правда, пока что даже в душе не чаял, как мы это сделаем. Ёк-макарёк, нужно было, блин, стрельнуть нормально, а я просто взял автоатакой и ударил. И мяч полетел прямо в центр, и из-за этого мы немного слились. Гол не получилось забить. Но ничего страшного, сейчас мы это исправим. Быстренько ультанем. Ой, я, кажется, ульту немножко пропустил. Чувак, ты офонарил, что ли? Он меня еще и вырубил. И кажется, он нам сейчас еще и гол забьет. Не-не-не, это была очень глупая ошибка. Но все-таки сейчас мы 100% отыграемся, потому что я забиваю второй гол. И в этой катке 100% я буду звездным игроком. Остается последняя игра, и квестов будет прям очень много. Погнали в нее быстрее. Правда, начало какое-то неудачное. Мы сразу же гол пропустили. Но сейчас нам нужно 100% отыграться, потому что счет уже 1-1. И сейчас мы гол забьем второй быстренько, и после этого выиграем. Чувак, дай мне пас, ты что там, блин, соло ты играешь, дурында? Я бы уже давным-давно гол смог забить. Только у нас какой-то нубик в команде играет, Рома, который, блин, даже пасы не отдает. Ладно, хотя бы гол он смог забить. Только мне пришлось ему немножко помогать, ведь я стал звездным игроком и получил целых 6 квестов. И сейчас будет 3000 жетонов, как я тебе и говорил. Эх, давненько у меня такого не было, но в Brawl Pass у меня 38 уровень. До конца сезона остается всего лишь 21 час, ну а я готов забирать мега ящик только после того, как ты поставишь лайк на это видео, подпишешься на канал и посмотришь предыдущий видосик. Нажимай на него скорее.